Вам кто-нибудь помогает на проекте с детьми? Ну, нет, сейчас нет. Мы вдвоем с мужем справляемся. Нет помощников. Хотели как-то вот, в общем, попробовать взять няню, но она нам не подошла. Вот. Я хотела не просто няню, а именно педагога, чтобы она занималась Василиской, знаете, ну, детям всем, да, нужно развитие. Но она вот, к сожалению, без образования оказалась. Ну и ладно. Сейчас вот, правда, если начать тоже заняться этим поиском снова, ну, очень сложно найти няню, правда. Либо через связи, там, через знакомства. Эти агентства вот эти, которые... В общем, туда лучше не суйтесь. Там, честно говоря, вообще без опыта многие няни. Я с ней, короче, разболталась. Она без опыта. Она работала продавцом в супермаркете. В общем, она нужен реально педагог с образованием для Василисочки. Не просто няня-сиделка, помощница. Я сама могу посидеть, понянчиться со своими детьми. Ну, для Василиски в основном искали, чтобы на время съемок. Почему мы на ББ не ездим? Ну, я с детьми дома сижу, говорю, 24 на 7 с ними. Дети спят, муж пишет. Хорошо. Если что, Димуль, зови. Я здесь в соседней комнате. Мигом прибегу. Так.